А сегодня мы поговорим о делах дачных и о поливе. Значит, у нас на втором этаже установлены, вот видите, 4 бочки. Практически каждая из них снабжена системой набора воды. Значит, здесь мы поставили обычные клапана, которые применяются в сантехнике в туалете для наполнения бачков. Очень удобно. Вот сейчас вы видите, бочки, они все наполнены. Поплавки подняты. Вот, вода не поступает. Если мы опустим, например, вода ушла, опустили, видите, бочка наполняется. Отпустили, бочка уже не наполняется. Небольшая автоматика процесса. Включив эти бочки, можно заниматься спокойно своими делами. Как они наполнятся, они уже не будут литься через край. Автоматика отключит воду и сама проконтролирует полноту налитых этих баков.